Всем привет! Сегодня мы поговорим о покупках летней одежды для мальчика в возрасте 2 лет. Так, что у нас есть? Во-первых, я в Мазакее покупала вот такие вот футболочки. Это комплект из 3 штук. На рост идет 18-24 месяца, 92 сантиметра. Вот такая вот полосатая, голубая, вот с таким вот мишкой. И вот такая вот желтая. 3 футболочки от Мазакея. А к этим футболкам я взяла комплект из 3 шорт. То есть они, вот эти футболки и шорты, они продавались раздельно, но это вот как бы из одной серии, так скажем. Здесь у них идет эти завязочки, можно их подвязать, подтянуть. С кармашками вот такие шортики идут. Тоже размер 86, 92 сантиметра. Вот с такими вот футболками можно их по-всякому там комбинировать. Вот такие тоже в полоску. И вот такие вот желтые. Мне нравятся такие комплекты. То есть можно желтый сделать, полоску, можно поменять по-всякому, вот так сделать. Вот такие, такой вот у нас есть такой, такие комплекты. Так, дальше. Покупала я комплект тоже в Мазаке. Вот такие вот серенькие шорты. Здесь вот, ну, чуть-чуть, наверное, не затягивается. У него тоже размер 86-92. И к этим шортам шла в комплекте вот такая вот маечка. Тоже идет размер 86-92 сантиметра. Это вешать, так скажем, на жару. Да, вот 18-24 месяца. Когда градусов 24-25 и выше, вот мы в таких в комплектах будем ходить. Так, дальше. Вообще, вот вещи из Мазаки, они, как многие считают, что недорогие. Вот этот комплект, он, вот, допустим, без скидки стоил 1000 рублей. Но я всегда вещи беру только на распродажах, только со скидками. И вот этот комплект я взяла за 400 рублей. То есть 200 рублей футболка и 200 рублей шортики. Но это вообще как бы смешные деньги для мазакиевского комплекта. Надо просто знать, когда у них распродажи, и быстренько раскупать, потому что там размеры расходятся как пирожки. Так, а потом вот такая вот маечка, это тоже Мазаке, тоже размер 86-92. И вот такая вот, это тоже был комплект, я его тоже брала, он стоил 1000 рублей, я его взяла за 400 рублей. Вот такой вот полосатый. Так, дальше, это что касается Мазаке. Кстати, вот у меня еще, я снимала, показывала шорты, это Мазаке, но уже идет на рост 8 сантиметров, а эти шорты вот 9-12 месяцев, 8 сантиметров. Мы эти шорты носили лето, вот я вам сейчас покажу разницу, и мы их носили с подгузником, и сейчас без подгузника, я думаю, будет нормально вообще, они ему сейчас как раз хорошо без подгузника, вот такая вот разница, то есть по длине и вот по ширине, хотя 2 размера, в принципе, не такая уж и большая разница, поэтому будем носить еще вот такие шорты, вот такие вот синие шорты, и еще у меня одни в стирке вот такого вот оранжевого цвета, просто однотонный оранжевый. Так, дальше у нас есть еще пару футболочек, которые мы еще не носили. Вот такая базовая футболка синяя. Это, я не знаю, что за фирма, это мне сестренка подарила. Устав 100% хлопок. Так. Вообще написано рост 104, но я вижу, что она ему как бы на 92-98, так скажем. Так, вот такая базовая футболочка. Вот такая вот футболочка с цифрой 1. Хотя я ему заказывала на кот, но она как-то очень большая пришла, поэтому я ее отложила. Так, что это у нас за фирма? Это Too Closing одежда. Я покажу. Вот видите, 1,5-2 года, 86-92. Вот такая вот полоска с цифрой 1. Ну, пускай будет, я номер 1, пускай будет. Так, вот такая. Дальше.
Сестренка мне тоже подарила вот такие вот брюки, чиносы. Бежевые. Вот здесь отворотики. Я, конечно, не люблю отворотики, но они здесь так прикольно смотрятся за счет разной ткани. То есть за счет вот этой клетчатой ткани они вот прикольно смотрятся. Здесь они тоже подзавязываются, можно подвязать. Здесь кармашки. Размер вот 92 сантиметра. Вот такие вот чиносы, хлопковые и очень тоненькие. Мне такие нравятся вещи на лето. Я точно буду уверена, что ему в них будет не жарко. Так, дальше. Я покупала в Мазаке вот такие вот брючки льняные. Тоже размер 86, 92, 90, да, 1,5-2 года. И вот они у них идут с отворотом. Я вот не очень люблю вот такие вот отвороты. Вот, ну, вот, не знаю. Я вот пожалела, что я не сделала на размер больше, потому что я их так, возможно, даже не буду носить. Буду ждать, пока... Ну, конечно, может быть, и надену, но буду ждать, пока вот полностью вот мне будет вот такой длины. Но это уже... Вот какая разница. Ну, они вот очень нравятся мне. Здесь такие кармашки. И здесь должны быть вот, чтобы регулировать поясок. Вот здесь можно чуть-чуть так вот резиночку взять. Вот, видите, можно подтянуть и вот на эту пуговку застегнуть. Такие вот льняные. Мы такие, наподобие таких носили в прошлом году. Вообще из них не вылазили. Мне не очень нравится. Ну, будем носить тогда с отворотами. Что делать? Если найду, конечно, на размер меньше, возьму на размер меньше. Так, дальше, вот такие у нас есть тоже. Ну, это считается бриджами. Сейчас вам покажу. Здесь вот где-то вот так вот, вот заклепочка. То есть надо подвернуть, получается, и вот так на заклепочку закрепить. Это будут вот такие вот бриджи. Тоже они такие хлопковые. Ну, я их не знаю, может быть, буду носить как такие брюки. Вот такие вот красивые они. Вообще, это, по-моему, размер идет 86. Ой, на полтора, вернее, год-полтора, если не ошибаюсь. Сейчас гляну. Да, 12-18 месяцев, 86 сантиметров. Ну, я посмотрела по талии. Здесь у них такая резиночка. Тем более, если мы будем без подгузника ходить, то... Я думаю, они вообще будут хорошо, потому что я вот по длине посмотрела. Ну, даже их можно бриджами вот так вот загибать. И вообще, вот эти штаны стоили, изначально их цена где-то около 1800 стоили. Но за 1800 я точно бы их не взяла. Я их взяла, по-моему, вообще то ли 75, то ли 80% была скидка. На них взяла за 300 рублей в Мазаке. Ну, это вообще... И вот эти тоже брюки, они тоже стоили около 1800. Их первоначальная цена. Я их взяла за 300 рублей в Мазаке. Поэтому... Надо искать вещи на распродаже, чтобы покупать качественные, хорошие, но при этом дорогие вещи. Дальше, когда распаковывала я летний гардероб, нашла вот такие джинсы. Это мне дала сестра, это Вайкики. 92 сантиметра, 2 года, но они... 92, но они прям какие-то очень такие длинные, хотя они такие классические, темно-синие джинсы. Я думаю, что мы их будем носить, наверное, в... 2,5-3 года. Вот такие вот брючки. Так, еще вам покажу головные уборы. Вот этот банданы. Банданы вообще вещь очень классная. Мы их, эти банданы носили прошлое лето, вот все лето. Вот этот размер идет 1-3 года. У меня такой был размер 6-12 месяцев, она стала мала. Потом я вам купила 1-3 года. И вот за счет вот этой резиночки и вот за счет этих хвостиков можно их регулировать, видите, как либо поменьше объем головы, либо побольше, и уже на 1-3 года. Вот такая вот полосатая расцветка, просто у меня мятая, вот я их достала. Потом тоже 1-3 года идет на объем головы 48 сантиметров, 48-50, я, наверное, подумала, наверное, так. Вот такая клетчатая бандана. Дальше, вот я вам покажу, мы ездили на море, я брала вот такую вот кепку. С, я даже не знаю, как это сказать. Я даже не знаю, как это описать. Но, в общем, с такой вот штукой, которая закрывает плечи от солнца. Этот материал идет... это, во-первых, ту-клоузинг одежда. Идет на 1-2 года, 48 сантиметров.
И материал похожий на, как вот купальники шьют. Вот, 82% полиамида и 18% эластана. И вот такая вот кепочка. Она очень быстро сохнет и от солнца защищает хорошо плечи и шеи. Так, дальше у нас есть две кепки. Это вот обычно такая простая кепка, будем на ней дальше ездить. Но вот мне нравится, что на объем головы можно ее регулировать. Вот такая вот кепочка. Хлопковая, 100% хлопок. Ой, попала. И вот такая у нас есть эта Adidas кепка. Тоже на размер головы 48 сантиметра. Вот такая вот стандартная Adidas-овская кепка. Это был наш гардероб на лето. Ну, это на жару. А если будет градусов 20 и ниже, то мы будем одевать вещи, которые я снимала в весеннем гардеробе. Если кому интересно, можете зайти посмотреть на наши вещи. И, конечно, я им еще прикуплю и обувь, и какие-то еще футболочки. Так что следующие мои покупки я вам сниму отдельный обзор. Всем спасибо, всем пока-пока. Ставьте лайки, если кому-то понравилось.